Сегодня имя Евгения Улугбашева известно далеко за пределами Хакасии. Своим голосом артист покорил немало европейских сердец. Ему рукоплескали в Америке, Англии, Нидерландах. Женя – тот самый самородок, который, конечно же, нужно беречь. И благодаря ему Хакасия и на международном уровне, и, что немаловажно, в пределах, так сказать, своих внутренних границ, сохраняет вот этот уникальный, уходящий корнями в глубину тысячелетий, феномен под названием горловое пение. Это наше достояние, несомненно. В этом году Евгений Улугбашев отметил свое 50-летие. В честь юбилея артист решил порадовать своих поклонников и подарил им незабываемый концерт, на котором прозвучали инструментальные пьесы композиторов Хакасии, а также авторские произведения солиста. Праздничный вечер на сцену вместе с виновником торжества вышли его ученики, коллеги и друзья, в числе которых народная артистка Хакасии Нина Идемешева. Творческие люди точно знают, какой подарок придется по душе ценителю искусства. Однако самым ценным подарком для артиста стали бурные овации, которые преданная публика дарила ему после каждого выступления. Виктория Титова, Юлия Константинова, Владислав Пустовойт, РТС.